Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Расходы областного бюджета выросли на 3,5%. За 5 месяцев этого года они составили 18,5 миллиардов рублей. Большая часть суммы, около 12 миллиардов, это собственные доходы региона, остальное – дотации из федеральной казны. Треть всех трат области – это отчисления муниципалитетам. 3 миллиарда пошло на социальные выплаты кировчанам, примерно столько же направлено областным учреждениям. Расходы на обеспечение неработающих граждан медицинской помощью составили 2 миллиарда рублей. Один потратили на зарплаты бюджетникам. В 500 миллионов обошлось обслуживанию госдолга Кировской области. Программа «Экономика». Программу развития Кирово-Чепецка защитили в столице. Об этом рассказала директор агентства по развитию моногородов Кировской области Екатерина Лыскова на встрече с руководством города и местными предпринимателями. Защита проходила в Академии народного хозяйства Государственной службы при президенте России. Программа предусматривает создание в городе территории опережающего социально-экономического развития. Для этого теперь необходимо направить в правительство Кировской области необходимые документы, в том числе инвестиционные соглашения с потенциальными участниками этого проекта. От резидентов требуется создание не менее 10 рабочих мест и вложение как минимум 2,5 миллионов рублей в новые предприятия. Окончательное решение о создании территории опережающего развития будет приниматься в Министерстве экономического развития России. Экономика на 101 FM. Машиностроительные предприятия создадут совет конструкторов. Об этом говорилось на круглом столе для предприятий машиностроения и металлургии. Оно было посвящено производственной кооперации. По словам генерального директора завода «Лепси» Геннадия Мамонова, совет главных конструкторов и инжиниринговый центр должны стать новыми механизмами для решения задач диверсификации. Также помочь предприятиям в этом должен портал ГИС промышленность. Это подробная карта крупных промышленных предприятий региона с указанием их технологических и производственных возможностей. Она должна упростить процедуру поиска бизнес-партнеров в рамках планируемой в регионе диверсификации. В завершение о курсах валют. Доллар сегодня 57 рублей 74 копейки, курс евро 64,46. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.